Всероссийская акция «Бессмертный полк» признана сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Торжественное шествие по улицам Десногорска началось со 2-го микрорайона и прошло до Кургана Славы. Любой желающий мог пройти в колонне с портретами своих родных и близких ветеранов Великой Отечественной войны. Это дед мой по матери погиб под Ржевом, командир пулеметного взвода. Они защищали деревушку, которая переходила из рук в руки несколько раз. И вот там они и погибли. Немцы, после того, как они много очень немцев положили, после того, как немцы все-таки захватили эту деревню, из многих, из кожи прям вырезали звезды, особенно вот командиры пулеметных взводов, им вырезали звезды, прям содрали кожу. Вот такая история. У меня на фотографии двое моих дедушек, один с папиной стороны, ну, как бы дедушка папа, а другой дедушка мама. Что ты о них помнишь, что ты знаешь? Ну, я была маленькая, когда умер мой вот этот дедушка Подофедов Сергей. Я помню, что у него было очень много медалей. Он мне рассказывал некоторые случаи о войне, о том, как было очень тяжело, и как они радовались победе. Вот, в общем. А так я была очень маленькая. Второй дедушку я его уже не помню, это Шавин Владимир Васильевич. Вот, но мне о нем тоже рассказывала бабушка. Ну, всем было тяжело на войне. У меня на фотографии брат моего деда, брат моего прадеда. Он герой Советского Союза, участвовал в Великой Отечественной войне, прошел ее полностью всю, от начала и до конца. Скончался он от своих тяжелых ран, полученных вот, во время Великой Отечественной войны. То есть его отправляли в госпиталь 2 раза. И в 56-м году он и скончался. Это мой дедушка Семянин Иван Григорьевич. Он, значит, на фронте с 41-го года прошел всю войну. За войну был и разведчиком, и стрелком обычным, то есть начинал. Потом заканчивал уже связистом, участвовал в Берлинской операции, награжден орденом Отечественной войны и медалью за боевые заслуги. Это мой дедушка Илюшенко Николай Андреевич, уроженец Смоленской области, ушел на фронт из Рославского военкомата, забирали его из Якимович. Начал войну на Кавказе, политруком одного из подразделений роты. Прошел Россию с Кавказа до Калининграда, награжден за освобождение Калининграда. Потом Восточная Пруссия, потом был штурм Берлина, награжден 3 орденами и 6 медалями. В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 десногорцев и гостей города. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.